Поехали, блядь. Опа. Ну, это хромакею дали. Тут говно. Тут говно. Тут, в принципе, у нас много говна сейчас, потому что мы только недавно переехали и еще нихуя не разобрали. Будем показывать. Да там, ну, ты уверен, что стоит показывать? Там ничего такого. Но... охрана все равно сюда никто не проникнет. Сейчас вебку отключу, подождите. Охрана у нас тут. Ну да, кстати. Так что сюда вы только не залезете. Сейчас камеру. У меня рука трясется, ебать, я дед старый нахуй. Так, ну чё? Не, ну можно, в принципе, выйти. Чуть-чуть витка заценим. Итак, ребята, это мой личный балкон. Он только в моей комнате. Вот, я могу выйти, короче, сюда. Попердеть. Он пердит, он выходит ночью пердит. Да, я выхожу сюда, чтобы попердеть тупо. А вот там у нас коня. Сейчас не видно, но, короче, вся территория, которая там, это там конная хуйня. Там конюшни, ипподром, жопа коня. Там не только конь. Это баранов, блядь, которые бегают. Я сегодня хавать ходил, блядь, только свинью нашел. Нашел? Да. Вон тот ресторан, что ли? Да. И вот там, короче, свинья живет. Да там пиздец, там петухи орут, блядь, свиньи хрюкают, барашки бегают, блядь, я не знаю, тут такой пиздец вообще, ребят, мы живем в каком-то зоопарке, если честно. Ну, тут, короче... Лагает, лагает! А, все, ну, тут интернет, все, 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 все. Ебать, ребят, лагает, не лагает, мы вернулись в дом. Опять. Здесь я сплю. Лагает, так, сейчас, подожди. Лагает, так в смысле лагает, блядь, алло, мы уже дома. Не, Wi-Fi полностью на раздаче. Ну, нормально. Все. Да и F5-то зачем нажимать, дураки? Зачем экран чисто просматривать? Лаги только через телефон. Сам стрим нормально работает. Это в Дискорде хуйня. Короче, главное, проходи вот так. Обои топ. А мы же сейчас меняем обои. Да, нам тут все меняют, что мы попросим. Типа, у меня обои будут перекрашиваться первым, старая жопа посмотрит, как это будет все делаться, и после этого решит делать себе. Да, поэтому мы можем поменять обои, если захотим. Обои, цвет, все это нам меняет ЖК, типа, все делает под нас, как мы хотим. Ебать, у меня тут... У тебя сам на то, если посрачу. Че, охуел? А, нет, ты еще уже ЖЖ не был. Да, а мы пойдем вниз. Не. Не пойдем? Не, у нас будет не полный рум-тур, я, типа, в телегу выложу полный. Тогда эти лаги, блядь. Ты ванну будешь показывать? Сейчас, подожди. Похуй. Итак, ребят, вот чердак. Ванну не буду показывать, сейчас не буду, потом. Все, тогда залазь. Давай, мы тут подготовили. Не, меня не надо подснимать. У меня даже с виду от первого лица будет, как я туда лезу. Я первый полезу. Так. Вот на чердаке. Чат, напишите, отправьте цифру 1, если не лагает, и все нормально. Я здесь роутер поставил, так что... Там твоя комната. Да, тихо, туда не показывай. Это для ТГ. Туда? Да, туда не показывай. Это для ТГ. Отлично, ребята, а там знаете что? А там... Там нельзя показывать. Это для ТГ. Сколько там подписчиков надо? А уже набрали, все. А, все, набрали. Мне просто осталось заснять. Ебать. Короче, нам эту лестницу заменят, она будет другой и будет, типа, не такая... Нахуй нам ее заменять? А она будет такая лестница, типа, чтобы, ну, чердаком пользоваться, блядь, а не на эту шаткой хуйня, блядь. А то хуй залезем сейчас. Короче, что-то там стрёмно, ребят, смотрите, там темно. Да ты тихо меня, не толкай, блядь. Ладно. Ебать. Сука, я лезу. Может, ты же сейчас телефон дать? Тихо, подожди. Ой, блядь, падает нахуй. Что? Лестница. Падает. Я тебе говорю, я... Тебе кажется, ты вот, я жирный. На, подержи. Так. Да не ссы, лезь! Да я тяжелый, пизда. Какой ты тяжелый, ты 2 килограмма весишь. Я вообще пиздец, нахуй, конь. Ой, блядь. Ребят, если я нахуй поломаюсь... Оп. Ебать. Ну залазь! Да подожди, там монстр. Какой, блядь? Я ебу, нахуй. У меня сейчас срез, блядь. А тут, наверное, с инетом хуйня сейчас будет. Ты чат читай, что они пишут? Лаги, не лаги. Я читаю. Ебать. Ага-ха, блядь, смешно. Меня сейчас поебало тут, как что-то треснет. Ебать тут звук. Ебать. Ты лезешь, да я лезу, блядь.
Блять. Тёртый уже сзади. Сука. Ой, бля. Здрасте. F. F? Админ увидел. Интернет плюс, чат есть, интернет ноль. Слушай, а здесь неплохо. Тут даже жить можно. Матвей, ты чё? Там этот, блядь, Пестров вылез. Всё, плюс пишет, нормально. Тут свет где-то включается. А, вот. Всё, нихуя, слышишь? А здесь охуенно так-то. Так тут топ-топ-топ. Поэтому лестницу сделай. Тут же жить можно, реально. Это ещё один этаж целый. Ебать, только эхо тут стрёмное. Ну это всё, что мы изолируемся, блядь. Туйота. Домовё на кузе, блядь. Бля, а как слезать? Блядь, а как я слезу-то нахуй? Пиздец. Прыгай. Я сейчас нахуй как полечу вниз, блядь. 10 000 онлайнов. Значит, не придется прыгать. Ой, блядь. Уже 8500 так-то есть. А, нихуя. Мартишки обогнали по онлайну. Мы же все обгоним. Ой, бля. Там еще стоит, смотрит. Че он там? Закрылся. Козел. Блядь, то есть у него тоже комната закрывается. Я один такой неудачник. Я сам себе, если что, я сам чинил. Где мой ключ от моей двери, блядь? Понял. Ответ принят. Так, ну чё, в твою комнату теперь? Это единственное, что подготовить. Ну, сральник. А чё за круто? У нас тут много сральников, кстати. Видали, какой душ огромный тут? У нас баня есть, да? Да, баня есть. Сауна, баня. Сауна, хуяна. Так, ну, говно показывать не будем. Ну-ка дай. Ебать, чё за звук сейчас был? Ну, дверь что-то подскрипывает. Так, еще одна комната, значит. Вот это у нас тут... Вот. Начинаю, вот тут. Во. Вот этот плохой парень живет. Значит, вот такая вот у него тут еще один смайлик. Тут у него целый гардероб, ебать, смотри. А... Обзор на шмот, бля, нихуя обувь. Короче, это... я все обои буду перекрыть. Короче, заебал ей, эп, нахуй. Нет, здесь уже не может быть, не пиздите. А, пиздят, суки, твари. Чапи... А, нет, реально лагает. Чуть-чуть, да. Ну, да. Блядь, Wi-Fi вот, нахуй. Ты уверен, что у тебя он через него работает? Да. Странно, ну ладно, чё. Стой, работает. Теперь уже нормально. Все, он нормализовал. Короче, вот эти ебучие обои, их снимают все и красят все такое в белое. Кстати, вот картину мне нарисовали. Я повесил рюкзак, фенды. Только не говори, сколько он стоит. Почему? Ну, можешь сказать, ладно. Короче, он стоил, прикиньте, 2 года назад, интересная история про этот рюкзак. 2 года назад я с мамой гулял, и он на витрине Фенди лежал, короче. А звук у нас откуда идет? Телефон. И он висел на витрине, короче, я такой, мам, жесткий рюкзак, пойдем посмотрим, хоть сколько стоит. Захожу, короче... Такой, думаю, 317 тысяч. Я думаю, ну ладно, пойду тогда погуляю дальше. Че, выберем? И это как вот. И спустя 2 года выходит, короче, в одном экземпляре на Farfetch выкладывает этот рюкзак, и мы его за 80 тысяч купили. Прикиньте, блин. А так он 317 стоил. Это очень тоже rare. А знаешь, с кем у меня в ближайшее время, возможно, будет у меня реклама? Никогда. Да. Знаешь, с кем? С кем? С Farfetch. Прикинь. Да. Но я серьезный человек. Так. Короче, ну, это мерч Playboy карты так-то, это тоже редкая хуйня. Нихуя себе. Потрогал, он типа объемный. А реально, кстати. Это Playboy карты мерч. Вот, с Реда. Это Playboy карты X Cactus Planet Flat Market, что-то хуй марк. Ебать, я в этом не шарю, думаю, мой чат тоже в этом не шарит. Это мне мой подарили на день рождения футболку. Это я со съемок купил. Стоп сничинг. Что это значит, блядь, осуждай, если что. Не, это типа стоп пиздунам. Ну, типа, не пиздите. Поняли, чат, не пиздите. No cap. Понял. Нахуй, у тебя рюкзак за 1 000 000 рублей упал. А, кстати, вот еще Слушай, раз. Слушай, а где те самые?
Педали, ты хотел сказать? Ну да, 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 говнодавы. Артист, нихуя. Это очень тоже рарная тема. Педали вот здесь. Я их не достаю. В чате, кто? Ребят, вот, это вообще пиздец. Dior. Вы еще охуеете от того, что вы увидите. Ну, особенно от их цены, конечно. Самое главное не цена, я предысторию расскажу. Давай, расскажи. Я эти ботинки, они были в одном экземпляре. В одном экземпляре. Короче, их в мире сейчас купить невозможно. Нет ни одного предложения, ни БУ, ни eBay, ни Grail. Вообще нигде купить их невозможно. Это последняя пара в мире была. Ее еле наш чел, который занимается одеждой, он позвонил в Dior и каким-то образом со склада мне эту пару достали, короче. Ебать. Видали нахуй какие. Они, чтобы вы понимали, это что, это ткань какая-то? Как хуй его просышь, что это такое? Ну, типа, они прям... Ну, ковер. Как ковер, нахуй, реально. Но чисто взяли но ковер они... вот этот. Я их даже не ношу. И хуйнули сюда. Потому что для клипа оставил. А, кстати, единственное, что вот эту вещь нельзя показывать. Она какую нельзя быть показывать? Кстати, я ее сейчас... А почему ее нельзя показывать? Потому что это для клипа, типа, это... Ну, нельзя посветить ее. Видали, бля, какие? Не, они выглядят охуенно, особенно если их щупать. Особенно, когда их в подарок дарят. Покажи, покажи, блядь. Не, ребят. А, да, в подарок, да. Вот он глуша. Ну, вот это, если честно, такое. Я хотел... Чё она пожелтела, блядь, так? Она ж белая была. Короче, я искал футболку с Микки Маусом, и это было единственное. Мы вообще думали закрасить, короче, эту хуйню просто. Типа, чтобы был просто Микки Маус. Мы искали с Микки Маусом. А я футболка у меня сама Маджиэла. Ой, блядь, достаточно изолента. Дороговатая история. Но тут можно проглядеться Амири, and Селин, ага. And Эфричи Кипюри. Ага. And, кстати, это мне чел подарил кореш маленького ярче мерч, типа, но прикольно выглядит. Ну да, прикольно. Это Поливника старая футболка. А у меня Филипп Лейн. Для согласен. Ёбаный как карать. Вот эта футболка, короче, а что это я пиздец какая дорогая Диором футболка. Она сейчас стоит 600 тысяч рублей. Тоже Dior? Да, это типа очень... Кого 600 тысяч? Это рарная коллекция, типа, если бы я ее не носил, то есть так она стоит в районе 150, 200, 300, сам ты можешь ставить прайс. Это типа с... Ну потрогай она какой материал странный. Но... Короче, это с каким-то дизайнером, я забыл уже, блядь, с каким, но это супер редкая, типа, шмотка, которая прям, типа, она мне мала, эта футболка, но она, типа, в цене дорожает, то есть, это пиздец редкая хуйня. А вот это вот следующая полоску, как будто ты заключенный где-то. А... Эту я вообще купил за дешево на Farfetch'е и, типа, в ней стримил, она мне пиздец подходит к лесу, типа, я не знаю. Так, ну это хуйня. А, я, ну, for each of the previous, тоже 103 тысячи стоит. Богатые дети депрессиит. Что я, блядь? Депрессия. Ну, я в депрессии. Блин, жаль не богатые дети. Так, ну, самое-то главное, это... А, да нет, тут еще и куча всего. Вот мяч, который Гинсуха мне подарила на деньги Жожо. Серьезно, что ли? Да. Жожо купила, Гинсуха мне подарила. Вот это она, конечно, блядь, ловко придумала. Ты ебаная, блядь. Кстати, еще рар, пиздец. Это сапиаты в круг с релиза платины. Ой, блядь, платина, ё-моё. Это очень рарная вещь. Короче, интересная история, когда их еще не дропнули. Подожди, тут что-то осуждают. А что вы осуждаете? Это типа вещь. Что вы осуждаете? Не-не-не, они осуждают что-то другое. А, донат! На, подержи. Короче, я пока вам расскажу про эту тему. Это этот как он? Очень редкая штука, которую... Блять, как камеру перевернуть? А, я нашел. Видно? Я чат не вижу. Ты что сделал? Ну, так, мы не одобряем донат. Я донаты отключил, чтобы тебя малолетнее отродье не донатило. Че она? Че? Давай. Короче, история с концерт. Первый концерт платины.
у меня висела вот эта бандана вот так. Еще о них никто даже не знал. И, короче, я, ну, мы там на сцене, чао-чао делаем, танцуем. Ничего себе, ага. Танцуем, и баба какая-то просто со штанами, он чуть-чуть купить не будет. Начинает тянуть за эту бандану так, что так сильно, что я ее вот так выдирать начинаю. Нихуя охуевшая. У меня штаны сняты. И она выдирала, вроде. Что вы себе позволяете, девочки? Рутин Мэг подарил... Так. Это хлопья, которые флеймбейкер, который был нам... Который ты еще не съел. Типа чел сам сделал хлопья, это полностью его. Это флеймбейкер, который как раз на Сабатоне снимать нас будет. Поняли, да? Он сделал хлопья, вы сделал подарок. Вот такого чела только живого. Ой, блядь. Я видел. А это я не знаю, можно ли показывать. Ну-ка, это подожди. Это в виде мыла. Не, нельзя. Прикольный свин. Еще я на рынке купил вот эту хуйню за 2000 рублей. Что это, соска? Гриб. Я увидел, думаю, о, прикольная цепочка. И 2000 мне дали. Еще, ну из жесткого еще вот это прикольное. Это штаны Сен-Лоран и... Да, и ремень, который стоит, блядь, дороже, чем моя жизнь. Короче, ремень... стоит дешевле, чем вот эта хуйня. Это типа... Ну, подожди, скажи, сколько ремень с этой хуйней стоит вместе? 1070. Прикиньте, за ремень 70 косарей. 60 или 70, я не помню. Это, короче, самое. Я выбирал... У меня в тот момент, когда я выбирал ремень, у меня начали сливать релиз. Я в Диоре сажусь вот так вот. Я говорю, вот это нет. И я начинаю орать. Вы что, охуели, типа? Блять, какого хуя? Быстрее нахуй фиксите все. Я в Диоре, в ЦУМе стою, и я начинаю орать. Ко мне думают, ебать, там какой-то чел серьезный, типа, пришел. А я реально жестко начал там, типа, гнать. Что происходит? Суету наводить, короче. Суету да, наводить. Пестер нельзя, да, показывать? Не. Аризона? Аризона, да, тот самый компот непонятный, от которого у меня живот болит. Так, ну и главное это то, на что записываются шедевры. Например, как просто я играю в Майнкрафт. Да, ну у нас это записано было вот на эту хуйню, а это слабенькая штука, я ее подарю своему другу. Это прям, но у нас сейчас вот такая... А мы вот это купили, ебать. Это, короче, вот по технологиям преампа не существует пока что лучше, чем это. Это вот самый топ технологий, чего возможно. Со спидометров в семерку можно поставить, магнитола просто топ. И это, кстати, самая последняя новая версия Apollo Twin. Типа, они все одинаково выглядят, но это Apollo Twin X, типа, и... А, и микрофон еще. Микрофон ебанутого характера. Сколько там, 400 кусков стоит? Да. Видали, что у микрофона сзади торчит? Что это за хуйня такая? Это радиатор охлаждения, вот настолько он, типа, нагревается. Понятно, да, чат, вообще пиздец. Прикиньте, на такой постримить, бля. Короче, студия уже за 2 миллиона вышла. Ну да, ну, вот типа, это примерно. Стоит 400 кусков, вот эта хуйня это стоит 500 кусков. Ну нет, кстати, не на 2, на 1.5 где-то миллиона. Наушники тоже пиздатые. Наушники тоже пиздатые. Так, ну вот как-то... Все. Как-то так, да. В итоге получился не румтур, а обзор, блядь, на твою эту... Ну я поэтому и сказал, потому что чердак показать одну секунду. Ничего интересного. Не, а мне на чердаке-то, блядь, понравилось, там реально круто. Но там интернет. Да, там интернет хуёвый. А остальной тур, это в телегу вам... Я весь дом в телегу скину. Там внизу самый кайф. Ну, отсюда не видно, видно просто лишь вид такой, знаешь, крыша. И вот, кстати, это окно, это как раз-таки окно, которое... Вот... Мой балкон, да. Да. То есть он с балкона может выходить, смотреть, что внизу происходит. Тут говорят, что ты хороший. Почему? Не знаю. А, ну у меня два паблика. Кстати, подписывайся на второй. Да, кстати, подписку, да? На хорошего парня, там 50 тысяч. В телеге? Нет. А куда? Группа ВК. Нахуй тебе ВК, ты чё? Потому что релиз 1 сентября, который выходит, он выйдет через паблик «Хороший парень». Потому что потом через «Плохой парень» выйдет кое-что другое. О чем ты знаешь, о чем мне нельзя говорить. Я все знаю. Жужо. Да, блядь, жужу на первом этаже, мы сейчас туда не пойдем. Это я вам в телеге уже покажу. А до там этого... стральник, тем более, воняет мухами, да, там, тухлыми. Там мухи летают у него в говно, блядь, он ничего не чистит, сам он воняет тоже. А где он?
Он ушел? Да, его нет дома. А, его нет дома. Ну, поэтому за спиной можем пиздеть. Почему? Вот и пиздим за спиной. Там даже мухи тухлые. А, давай, Матвей, покажись. Или у тебя там пиздец? Рум-тур можно к тебе небольшой? Работаю. То есть даже вот так просто показать комнату нельзя, да? Ну вот еще одна комната, вот, вот тут работает Матвей Песков. Ну вот так лучше покажи. Ну мало ли, тут у него сейчас какой-то голый сидит. Там у тебя тоже балкон свой? Да. И вот это вокруг, типа, до ванны. То есть он может через балкон к тебе в ванну залезть. Бля. Я ладил. Ах ты, сука, ну все. Все работает. Причем, кстати, он, походу, короной болеет. Есть такое, да, ощущение? Я не знаю. Это у него надо спрашивать по ощущениям. Но он говорит, что окно, типа. Да, а да, я тоже. Хочу у него закрыть. Давай. Не-не-не-не-не-не-не, ты неправильно делаешь, отпусти. Надо же палкой. Ты сейчас все убьешь, нахуй. Да Пестров потом сделает. Похуй, оставь. А, ты в цвете, я понял, давай. Блядь, ты сейчас все поцарапаешь. По-моему, ты неправильно ее поддеваешь. Да похуй на эту лестницу, блядь. Сейчас что-нибудь случится, меня забанят, блядь. Она тебе по башке прилетит. Ты че? Ты че? Че и че дальше, блядь? Вот и стой так, держи, да. Ой, блядь. Все, оставь ее нахуй, спокойно, блядь. Отличная лестница, слушай, как взбираться по ней так, др, потом так, и туда. Слушай, кстати, у нас подвал есть или нет? Нет. Бля, а тут так-то нахуй? У нас есть комната такая, типа, которая под лестницей вот тут идет, и этот, типа, вот эта вся хуйня, внизу эта комната. Эту комнату называют вторая комната Сергея. У нас подвал есть дома? Нет. Понял. Покажи вторую комнату Сергея. Так она на первом этаже. Нет, это потом в рум-тур. Нет, будет... вторая. Но снизу, которая. Да. Но это... Не его основная, а вторая. Вторая уже чья-то другого. Мы туда подселим няню. Домработницу. Никто не хочет к нам... Комната Гарри Поттера. Кстати, можешь реально туда просто, блядь, стул поставить, чтобы там кто-то спал на стуле. Че, может, спустимся реально? Ну ладно, пойдем. Только я не буду показывать. А что, не будешь показывать? Потому что я в телегу буду укладывать. Давай. Окей, прижми к себе. Опа. Пойдем. Сейчас. Опа. А, тогда есть жорстко. Можно показать. Основной это интерес зала, а не жорстко. Да ладно. Вон, так сказать. Заебись. Здесь Серега спит. Под лестницей прям, как вы реально в Гарри Поттере. Вот тут Серега, вы видите, там туалетная бумага. Он на них ложится и там засыпает. Так. Фу, тут и воняет какой-то да, краской. Монков, блядь. Нам, кстати, холодильную доску прислали. Классно. И кто будет ей пользоваться, мне интересно. Не знаю, у нас утюга нет. Заебись. Вот есть еще одна вот комната. Вот здесь? Так что кто-то может подселиться. Здесь? Это вообще не кстати. Вот для ребят, которых не хватает на эхо, типа в плагины, ну, записываться, здесь сразу. Здесь должна была быть моя стримерская эхо. Ну, эхо такая. Короче, там я должен был стримить изначально, бля, еще не спалил зал. Спалил? Нет, чуть не спалил. Кусок дивана спалил лишь только. Вот. Либо просто посмотри за день. Так, сейчас. F или не F, ребят, мы сейчас, подожди. Блядь, F пишет, сука. Посмотри у себя, может, пиздя. Вот я смотрю. Так, ну вот сейчас я стою и вроде норм. Сейчас нормально. F там, походу, было. Заходи там, у него же должен быть. Заебали, норм или F, нахуй, я не понимаю. Норм. Все. Просто... Пам-парам, блядь, пам-парам, нахуй. Добро пожаловать в комнату
Жожона. Плебея. Пиздец. Вот тут он дрыхнет. Шкаф, блядь, что-то ебанул, отодвинул куда-то. Я не знаю, что он тут делает. Там у него на полу, блядь, что у него там? Одеяло лежит, полотенце. Короче, странно такая. Шкафы, маска, блядь, и фотоаппарат. Сет Джошо Хафе перед выходом. Шкафу ебанул, фотоаппарат взял, эшку дешку и маску, и полетел. Ой, бля. Посреди комнаты, нахуй, тумбочка белая. Пойдем. Все, идем. Атаман Лев. Прячь. Прячу. Да не, нормально. Все, я возвращаюсь обратно наверх. Мы. А румтур, это, Миш, слышно? Да. А румтур, который в ТГ загрузим, мы еще вам покажем, что на улице. Типа, по дню как раз, завтра. Да? Или когда? Когда? Ты имеешь в ТГ? Да, в ТГ. И вы можете показать можно. Участок, типа, что у нас на участке. В принципе-то можно. Мангал, хулингал. Ну да. Опа. Все. Мы опять тут. И опять всё, на чердак и заново. Можем возвращаться сюда. Фу, блядь. Ой. У меня тоже, конечно, есть говно. А, у нихуя себе тут зависло. Так, все, получается... Мы это... Ой, бля, видал? Что? Вот что донатили. А, спасибо. Бля, чел, который ты донатил, на самом деле мы вообще никак не относимся к этому человеку, который задонатил. Он просто воспользовался ситуацией, пока пошли показывать румтур, поэтому Twitch, типа... Да, не надо, не баньте. Типа не баньте, и ну, мы этого человека забанили, и эти слова тоже мы пофиксили. Он просто воспользовался ситуацией, пока нас не было, вот и все. Да.